Хм, беден контроль бинаса. Там, наверное, вы не знаете такой диагностики. Да. Я передал. Хорошо. Все, поехали дальше. Но это израильская компания, которая? Да, это Хадаса, израильтяне. И они учат по лечат по израильским стандартам. Уже принимают пациента. Да, пожалуйста, можно туда зайти. Израиль Астанесе, да. Израиль Астанесе, да. То есть по соответствии с федеральным законом здесь можно применять не только российские медицинские нормы, ну, стандарты, да, но и зарубежные. Теперь мы с вами заезжаем в район Д2. Он называется район Технопарк. Д2 Технопарк. Прямо по бульвару, все время по бульвару. Не очень спеша. Значит, здесь расположены объекты, расположен технопарк. Вот его первая очередь. Он написано Сколково СК. И к нему примыкают апартаменты, то есть объекты для проживания. Которые в стадии стройки, да, сейчас? Значит, часть из них построена, часть строится, часть проектируется. Значит, вот объекты, которые строятся, апартаменты. Здесь же живут сотрудники технопарка, верно же? Да. Эти апартаменты строятся. Здесь апартаменты запроектированы. Строительство должно начаться в этом году, в этой части. Так, значит, кроме апартаментов, здесь находится здание семейного кампуса. Что такое семейный кампус? Это, значит, детский сад, школа и детский культурный центр. Так, здесь не спеша. Значит, вот здесь мы с вами видим парк, центральный парк, и за ним здание семейного кампуса. Прямо и не спеша. Сколько парка? Просто 10 километров в час. Это социальное здание, верно же? Да. То есть здесь учатся дети, те, кто работает в технопарке. Дети там справа, да? Это технопарк. Это первая очередь технопарка. За вот этим зданием будет еще два таких же длинных здания построены. Они запроектированы. Но это для именно для Сколково, да? Для стартапов Сколково. 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 Не для каких-то там. Здесь резиденты, как здесь бы, получается, сидят. Сколково, да. И особой экономической зоны, получается. Здесь нет экономической зоны, Сколково. Здесь инновационный центр Сколково. Здесь везде инновационный центр Сколково. Ну, такую штучку мы видели. Значит, построенные апартаменты, вот вы видите. Значит, сколько уровней? Значит, ну, рабочих этажей 3. Ну, кроме них есть еще два технических. Они все какого высоты? Метров по 6 получается? По-разному. Ну, то есть, нет, 6 нет, но там 4 метра. Все только в высоту, вглубь нет. Почему? Там есть подземный этаж. Подземный этаж, да? Значит, там есть подземный этаж, там есть дебаркадер, туда могут заезжать фуры 12-метровые, разворачиваться там по кругу. То есть, там огромная разгрузочная зона внизу. Прикольно. Под землей сделано, да? Да. Вот эти только здания, разгрузочная, не складская. И складская. И складская там. Там же и склады. Эти апартаменты школу строят. То есть кто отвечает за строительство? Значит, вот эту школу строил фонд Сколково. То есть сколько сама вот это все представляет? Алло. Подземные. Ну, ждите нас, мы минут через 15-20. Сколько фонда я прошу? Просто есть юрист. Да, хорошо, конечно, само собой. Пирамида образа. Ну, пожалуйста, да. Я прошу прощения. Значит, вот это здание семейного кампуса, да, то есть детский сад, школа, это построил фонд Сколково. Вот эти апартаменты построил фонд Сколково.
Значит, дальше там за ними находятся еще два квартала апартаментов. То есть, если это квартирные дома, то там построены коттеджи и таунхаусы. Угу. Поедем к ним съездим. 10-11. А их кто строит? Тоже их построил фонд Сколково. Примерный разбег цен на жилье. Аренда жилья, да? Здесь жилье в Сколково не продается, оно не может продаваться по федеральному закону. То есть только аренда. А разбег цен примерно на аренду? Аренда, ну, условно говоря, 1000 рублей за квадратный метр в месяц. То есть, если вы хотите 30, ну, маленькую комнату, ну, квартиру 30 метров 40, ну, 30-40 тысяч рублей вы можете стоить. Для Москвы это недорого? Ну, как недорого, недешево, как бы, ну, как бы, недешево. Вот эти кинопарки с Сколково, там идет производство или больше как исследовательские центры? Нет, там исследования в основном. Там есть, значит, там есть лаборатории, там есть центры прототипирования, производства там нет серийного. Ну, тут, возможно, услуги еще там дополнительные, которые там как-то... На которых ты экономил бы там. Нет, на этом ты не экономишь, они везде там есть. Это тоже все платное. Ну, это тоже все платное. Исследования после прототипов они куда отправляют на производство? Они могут организовывать производство в любом месте в России. За ними сохраняются их льготы. Если они продолжают, у них головные, значит, если они остаются резидентами Сколково, они могут продолжать пользоваться своими льготами. Они не обязаны размещать производство здесь. Правда, их и нет? Там Казань, Татарстан, Москва. Мы туда сейчас еще приедем. Сейчас мы развернемся с вами, поедем обратно. Вот эти... То есть вот, вот этот квартал, значит, коттеджи тоже построил фонд Сколково. Тоже в аренду только, да? Только в аренду. То есть вы можете арендовать квартиру, вы можете арендовать коттедж, и там дальше есть небольшой квартал таунхаусов. Вы можете арендовать таунхаус. Примерно на сколько жителей? Здесь всего в этих трех кварталах порядка 350 квартир. Ну, то есть они абсолютно разного размера, там от 30 метров до 300, но всего 350 квартир. Ну и, соответственно, жить в них могут где-то, ну, 1000-1500 человек, в зависимости от того, сколько в каждой. Скажите, пожалуйста, а поликлиники? Значит, я же рассказывал. Мы стояли возле диагностического корпуса, да. И мы говорили, что там работает израильская клиника. Нет, клиники, смотри, палатки, и на балконе. Она обычная. То есть она не какая-то там, вас не спрашивают на входе, инновационный вы или не инновационный. Если у вас болит горло, вас просто начинают лечить. Да, сейчас можно побыстрее, нам надо как-то... Да вон только, знаешь, велики, да вон курильный столик. Я имею в виду, что здесь можно. Кофе попить, нет, там, в этом нормально, зимой. Обычная скорость. Как балкон, правильно? А всего территория сколько гектаров? 400. Порядка 400. Она меняется постоянно, то есть участки какие-то мы передаем под строительство, например, дорог прилегающих, какие-то участки передают нам наоборот, да? Она колеблется, эта площадь, она не постоянная. Около 400 гектаров. По соседству Одинцово получается, да? Немчиновка? Да. Это получается задняя сторона технопарка, да? Нет, это передняя сторона. За ним мы не видели. Вот мы вернулись просто на то же место, с которого мы зайдем. Мы торец видели с тобой, получается. Это передняя? Да, мы видели торец. Задняя сторона... А вот это за все дизайн, за все вот эти... Теперь не спешим. Дизайн. Проектирование? Или про дизайн речь? Дизайнер, вот это проектирование. Ну, соответственно, застройщик. То есть тот, кто строит, тот, кто вкладывает деньги, тот, кто нанимает проектировщика, значит, он отвечает за дизайн. Ну, они как-то уединились? Да, они обязаны согласовывать это с фондом. Дизайн должен быть согласован. Свой генеральный план?
Да. Сколково свой генеральный план. Да. Не генеральный план Москвы, хотя Сколково это часть территории Москвы, но здесь свой генеральный план. Сколково это не знаешь, план на Москву, для него Москва не Москва. Так, теперь мы с вами въезжаем в зону Z1. Можете посмотреть. Сколково. Есть, сразу Z1. Z2. В серединке. Да. Кто дает разрешение? Z1. На проживание. На проживание? Да. Сколково не удается разрешение на проживание. Что значит разрешение на проживание? Не понимаю. Только резиденты могут получить жилье. Мебель, свет. Как определяться, где будут какие здания? Например, вы говорите, что вы здесь будет технопарк. Да, кто? Генеральный план определяет. Значит, не спеши. Зона Z1, значит, это гостевая зона Сколково. То есть, вот вы видите здесь развязку. Они же... Остановимся. Да. Коллеги, давайте вопросы вы зададите как после того, как мы с вами закончим. Значит, я прошу прощения, иначе просто нас там уже ваши коллеги ждут уже минут 15 в технопарке. Сибирь, Бургессен, о, точно, хотел бы посетить. Да. Значит, это гостевая зона, центральная зона. Здесь находится центральный въезд Сколково, вот развязка. Вот нас, это развязка, центральная развязка. Значит, за ней находится Минское шоссе, большое шоссе, которое ведет в Европу. И за Минским шоссе находится железнодорожное, значит, направление. Там организована сейчас железнодорожная станция, инновационный центр. От нее имеется пешеходный переход, вот вы его увидите, если назад посмотрите, пешеходный переход на территорию Сколково. Этот пешеходный переход приходит в большое здание «Квадрат», которое сейчас проектируется, и оттуда вы можете по галерее открытой перейти до здания технопарка. Из Москвы можно по ЖД приехать? Да, то есть с вокзалов? С белорусского вокзала, через 3 месяца будет работать наземное метро от белорусского вокзала. Метро будет работать? Ну, по сути, это метро, то есть это электричка, ну, я не знаю, там. Все равно, что там аэропорт, да, это аэропорт, да. Понятно. Ну, он будет не аэропорт, удобно. С остановками он будет? Ну, с одной-двумя, да. Мы в мае учиться собрались, будет к маю? А, ну, обещает нам это. РЖД обещает сделать. Все, поехали. Всякие цифровые трансформации. Квадрат это... Поехали. Мы тогда уже не поедем. Сейчас тогда едем. Берлине, 3 дня в Питере, допустим, 2 дня в Москве. Может, наоборот. Так, коллеги, теперь мы въезжаем с вами в следующий район, называется D3. Это район университет. Что-то интересно. Значит, университет, вот он, значит, слева от вас, вот это здание круглое. Это здание Сколтеха. Желтое здание, да? Да. Сколтех? Да, это здание Сколтеха. Это Сколковский университет, который был создан в 2011 году специально в рамках проекта Сколково. Значит, это... Он создавался совместно, значит, с MIT, то есть это совместный проект был с MIT, Массачусетским технологическим институтом. Все, это здание университета, значит, здесь вот это первое здание было построено в Сколково, называется здание Центра городского развития или Гиперкуб. То есть вот это здание было построено самым первым, 6 лет назад. Сколько и нас Алтасамин инженер помнишь? Еще не было на массу команды. Сколько и нас будет? А сейчас как используется? Значит, это здание, по сути дела, как сказать, это здание презентации. То есть, если вы хотите понять, что такое Сколково, вам надо приехать в это здание. Такова была идея, по крайней мере. Вот. Шоурум. Шоурум, да. Шоурум Сколково. Шоурум, да, Виктория Машина, да? Я Сколково Анномакчин, Сколково Анномакчин, я не бубина агент. То есть, пока основные объекты Сколково не были построены, мы водили экскурсии туда. Я не Сколково Мады заманда, сады же Ишнаковый зон, мы садили в Дураевике, мечте, для Вильнюзеу, на Рыбчатый Зимбрилья Панамус,
теперь, поскольку, значит, мы можем вам показывать уже основные объекты самого центра, теперь у нас шоурум – это самый инновационный центр. Угу. Мы с вами едем по шоуруму. Значит, это здание матрешки, сейчас вы увидите, значит, с левой стороны, правой для вас. Это здание, в котором находится конференц-зал большой, офисные помещения, то есть это такое своего рода здание для мероприятий, да? Конференц-центр. Трапециевидное, да? Да. Его еще называют матрикс, да. А кто использует эти здания? Эти здания используются для проведения крупных мероприятий. То есть, например, когда осенью проходили открытые инновации, ну это инновационный такой, как бы, да, значит, инновационная конференция, форум, там проходило мероприятие при участии премьер-министра России, премьер-министра Люксембурга. Значит, то есть крупные международные мероприятия там проводятся. А фирма, которая Сколково, тоже может использовать эти здания? Безусловно. Мы с вами сейчас могли бы туда зайти в ресторан, например, на 7 этаже, оттуда очень красивый вид, но я боюсь, что мы просто не успеем. Вы можете сходить туда сами потом. Ну, надо вечером сходить. Работает, там режим работает.